Решил поэкспериментировать вот с таким вот. Ну, эти резисторы сейчас не припаяны. Это так, для настройки. С таким вот трансформатором широкополосным. Он 3 килоома превращает в 50. Это сейчас все замкнуто. Там полуволновый провод. Это противовес небольшой. И вот какая картина интересная выходит. Как тут пристроиться? Не знаю. Видно, нет. Это сейчас получается где-то в районе сороковки. 1,47. Ну, чуть ниже настроено, конечно. Надо его укорачивать, эту антенну. Второй резонанс. Как и положено. На 7. Или на 14. Тот на 7 был в мегагерцах, этот на 14. Ну, тоже ниже надо. Надо ее чуть укоротить. Тут у нее КСВ получается где-то около 2. Чуть выше 2. Следующий резонанс. 21. Очевидно, с каждым резонансом емкость начинает все больше гадить. И вот 27 резонанс. Тут уже около 3 КСВ. 2,90. Ну, будем считать, что 3. То есть, если сделать хороший трансформатор, то, в принципе, можно на всех диапазонах, вот на этих, работать без всяких настроек. Надо будет попытаться этого добиться. Эта тема интересная.